بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله خوالا بسيوشي الله за то что он сделал нас из уммата Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям признающий ислам. Уважаемые братья и сестры, мы не раз слышали хадис нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, что при наступлении месяца Рамазан открываются все врата рая, закрываются все врата ада, привязывают шайтану, чтобы они не навредили мусульманам, чтобы не сбивали их с пути истины. В месяце Рамазан есть еще ночь Лайлатул Кадр, ночь могущества, лучшая ночь, чем тысячи ночей других месяцев и многое другое. Уважаемые жители района, уважаемые гости, с этим великим месяцем Рамазан вас поздравляет глава муниципального образования Хасавтовский район Джамбулат Хаджи Шапиевич Салаву. В его лице весь депутатский корпус, аппарат администрации района. Желает вам счастья, радости, благополучия, успехов в работе и крепкого имана на пути служения Всевышнему, говорится в поздравлении. Аминь. Уважаемые братья и сестры, в этом месяце желательно побольше делать добра, потому что за добрые деяния в этом месяце Аллах воздает 700 раз и еще больше. Совершайте больше добрых деяний. Надо покаяться о прошлых грехах. Есть шансы быть прощенными. В этом месяце есть шансы потянуть чашу Иисуса своих деяний в сторону добра. Дай Аллах, чтобы с каждым днем, приближаясь к наказанию Всевышнего Аллаха и заветам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, озаряли ваши сердца истинной верой и расширялись горизонты исламской уммы. Дай Аллах, чтобы мы вы все были осчастливлены шафаатом пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и баракат его последователей берегли нас всех от всех бед и невзгод. А нашим заблудшим братьям и сестрам, как всегда, я желаю, чтобы они покаялись и вернулись на путь истины. Аминь. Вальхамду лилля раббил аламин. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يناكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته hürmetli dinardaşlarım hürmetli kızardaşlarım sizin barınızı da şu sihirli olan bereketli olan ulu olan Ramazan ayı olan kutlamağı söylemen savlay busurman ümmetini kutlayman Allah-u Teala bizge güçte, kuvatta, tavfikte versin. Şu sıylı bolgan Ramazan ayını Allah-u Teala razı bolgan kuyde. Allah-u Teala borç etken orazanı da tutup, dağı sıylı bolgan taravih namazlığa da barıp, şuvay sadakalar da etip, başka türlü yakşı amallarını da etip, ötkermege Allah-u Teala bizge bağırıbızga da kömek etsin. Ayağlı dün kardeşlerim, bu Ramazan ayı, sıylı ay, Ramazan ayı, bereketli ay, bizim dinimizine bağanasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta İslam din beş zattan tizilgendir. Birincisi iman şehadet getirmek, ikincisi günne beş kere namaz kılmak, üçüncüsü Ramazan ayını orazasıdır aytkan Peygamber aleyhi salatu ve sellem. Şu bizim dinimizine bağanası kardeşlerim, şu sıylı ay yuvuk geldi, sizin bağrınızın da kutlayman. Allah-u Teala bağrımızda da kömek etsin. Bu sıylı Ramazan ayını abrunna, sıyınna, hürmetinna saklap ötkermeye. Ayağlı dün kardeşlerim, Allah-u Teala sıylı bolgan Kur'an'na ayta, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, kutiba aleykumus sıyamu, kema kutiba alellezine min qablikum, leallekum tettequn. Siz sorasağız, Allah-u Teala Kur'an'na orazan hakkından ayta mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orazanı hakkında ne diye aytkanı sorasağız, mına aytayım kardeşlerim, Allah-u Teala seyli bolgan Kur'an'na
Айта, хей, иман салған, хей, мусульмалар, сізге Аллаху Таала борч етті оразаны, сізден алдыңылаға борч еткен неймек, лааллакум таттақун, сізін тақуағыз артар бұғай, Аллахтан қорқмақлығыз артар бұғай деп, шулай негет бұлан Аллаху Таала бізге борч еткен оразаны. Қардашыларым, бүгін адам ораза тұтаған заманна бір есімізге келедір, я, бұлай ач болып, қиналып, терлеп, бішіп, су ішмей, шыннан Аллаху Таалаға не бар екен, Аллаху Таала бізден не сүй екен деп шулай ойлашып боламыз біз қардашларым. Біздің Аллаху Таала ач етме сүймей, Аллаху Таала біздің қинама сүймей, Аллаху Таала сүйе біздің жүрегіміздегі шу Аллаһтан қорқмақлығымыз артқанны сүйе. Осаялы оразаны қардашларым, ораза тұтмақ бұлан біз харам заттан сақ болып, Аллаху Таалаға тыңлаулы болып, мына шулай әру хикматлары бар оразаны. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айта, Рамазан ай олай айдыр деп айта, Аллаху Таала оны оразасын сізге борч еткен, ва мен кече тұрып етеген ибадатларны, тарауих намазларны сүннет еткеннен, ким Аллах үшін Аллахны разылыгын аламанып, шулай Аллахқа инанған халда оразаны тұтса, анадан туған яшимик тазаланыр деп айтқан гунахлардан Ибн Маджах, Насаи, Байхақи келтірген хадисінде. Осаялы қардашларым, біздің шо бір күні өзіні алмада алып, ертеңнен ақшам болғынша бізден болған гүнәһіні де, бізден болған хатаны да яңыз бір күні санаса қардашларым, көп гүнәһлар бола. Ярамайған затыны айтабыз, ярамайған затыны қарайбыз, бір оны хатырын қалдырабыз, башын сөйлейбіз, барыны да, жоғын да айтабыз. Шулай неше түрлі гүнәһлар бола. Аллаху Таала шо біздің яшауымызда болған бар да гүнәһларны кече. Егер де біз жүрегімізде иманна болан, Аллаху Тааланы разылығына үмітта болан, мына шулай ораза тұтса қардашларым, Аллаху Таала кече, шулай кечілгендерден болмаға барыбызға да Аллаху Таала тауфиқ берсін. Аяулы дін қардашларым, қарағыз сіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам не деп айта, хал адам ораза тұтқан заманда адамның аузына бір тамаша бір иіс келе. Пайғамбарымыз алейхиссалату ва саллам айта, валлази нафси бийадихи لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الله حقچون özünü qolunda məni canım bolğan Allah Taala'nı dağa hukmusuna bolğan Allah bilan antetemen Allah haqçun oraza tutağan adamnı ağzından gelegen iyisini Allah Taala köp süye şu misk iyislerden nese mana bu günlerde bir ayrı iyisler var bu miskler var şolardan nese şu oraza tutağan adamnı ağzından gelegen iyisini Allah köp süye dep ayta Аллаху Таала өзінің малайықларыны алдында өктен бола тұрып айта, «Хей, мені малайықларым, қарағыз мені құлларыма, олар ораза тұтқан, олар өзіләні шахуаты сүйеген затыны, өзілер сүйеген затыларында қойған, ашынна қойған, суынна қойған, мен саяллы қойған» деп Аллаху Таала өктен бола. «Ва мен олаға тиішлі зуапланы, тиішлі саваплыны бережекмен» деп айта. Қарағыз қардашыларым, Аллаху Таала сыйлы болған, өрі болған, біздің оразабыздан, біздің етеген амалларымыздан Аллахны байлығы, Аллахны ұлылығы, Аллахны сыйлылығы алшынамы, алшынмай қардашыларым. Тек Аллаху Таала шо біз тұтқан заманна оразаны, ашыны да, суыны да, харам затыны да, тілден келеген башқа түрлі затыларын да қойған заманна Аллаху Таала шолай өктен бола. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айта, «Хәр бір зан ешігі боладыр, ибадатны ешігі оразады» айта. Осаялы ораза қардашыларын бек сыйлы ибадат, ораза қардашыларын бек сыйлы амаллардан, шулай оразаны сыйлылығы бар емек, оразаны тұтқан заманда шулай сыйлылықлаға да, даражалаға да адам етшеген неймек, шоны адам бола тұрып, үзірісіз, ауырмайған адам, шулай қойып қойса тұтмай, шоны гүнәһі да ұлы қардашыларым. Осаялы бүгінлерді ұзақ күнлер, дағы іссі күнлер, һәр адам өзінің іші бар, құлығы бар, шолай іші құлығы бар деп оразаны тұтмай қоймаға ярамай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айта, Абу Дауд, Насаи, Тирмизи, Байхақи келтірген хадисінде, ким Рамазан айына бір оразасын жіберіп қойса деп айта. Дағы адам ауырмай, адамның саулығы да бар, башқа түрлі үзірісі де жоқ. Егер де адам үзірісіз, аурусыз бір күнні оразасын тұтмай жіберіп қойса, қалған сау яшауы барша ашоны төлеп тұрса да, шо күнні оразасының сауабын шо қайтарып болмас деп айтқан. Шо бір күн оразаны сыйлылығына, яхшылығына,
зуабына қайтарып болмас деп айтты, егер де сау яшауы ораза болан жіберсе де. Мына шулай зат қардашларым, осы аялы қасты тейіклер, бұл ай, Рамазан ай кеткен күйіні де білмей қалажақпыз. Таңала бүрісі күн жүрежекпіз, ола таңала байрам мола, байрам мола деп жүрежекпіз. Шонша да шулай заман тез кете қардашларым. Осы аялы бізге барыбызға да қасты етмей керек. Мухаммад деп айтаған бір ұлан болған, бұл намазда қылмай, башқа түрлі Аллаху Таала харам еткен затларды етіп жүрген бір адам болған. Рамазан ай келген заманда бұл өзі етеген харам затларды қойып, дағы әрі керініп, чайынып, жуынып, тазаланып, таза опырақта киіп, шу етеген яман затларды қойып, шулай таубаларды етіп, оразада тұтып, намазларына төліп, шулай Аллаха бағаған болған. Соң өлгеннен соң мұны түшінде біреу көрген, бұғар сұраған, «Я Аллаху Таала саған нетті, Аллаху Таала саған нечік дағы қаршылады» деп сұраған заманда, бұл адам қарағыз не деп айтқан, шо Рамазан айға хүрмет етіп, шулай таубаларды етіп, шо етеген яман амалларды қойып, шулай түз жолға түшкен заманда, Аллаху Таала шо еткен яхшы амал саялы, шо Рамазан айға еткен хүрмет саялы, Аллаху Таала мені кечті деп айтқан. Көремсіз қардашларым, біз де бүгін бір яхшы амал етмесек те, бір яхшы амалымыз болмаса да, шо дүнияда барча барда гунахларын етсек те, егер де мына шо Рамазан айын хүрметін сақлап, әрі таубада етіп, оразада тұтып, намазларында башласақ, қардашларым, Аллаху Таала қарап тұра бізін кечмеге. Аллаху Таала бізге еңіл болсын үшін, бізге рахатлы болсын үшін, Аллаху Таала бұл Рамазан ай келгенде шайтанларды да, дағы жиллерді де бұғаулай, бізге көмек болсын деп оларды қолдарына, аяқтарына бұғаулар сала қардашларым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам шоқ күні айта, «Ва Аллаху Таала өзіні сыйлы жәннетінің қапыларына аша, Рамазан ай біткенше япмай, Аллаху Таала өзіні жаһаннамны эшиклеринде яба, Рамазан ай битмей туруп дагы шоланды ачмай, ва һәр кече Аллаху Таала шо бусурман адамлар өзләне яман амаллар саялы жаһаннамга түшкән бусурманларны Аллаху Таала шо жаһаннамны отундан да куткара кардашларым. Һәр кече Аллаху Таала жаһаннамны отундан адамларны чыгара. Неге? Неге түгел мына шу Рамазан айына айрыча сыйлылыгы бар саялы. Кардашларым, Пайхамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айта, Бухари Муслим келтірген хадисінде, ораза тұтқан адам екі керен сүйінежек деп айта. Оразасын ачағанына да сүйінежек деп айта. Бүгін көресіз, кардашларым, адам ертеңнен ақшам болғанша оразада тұтып, Аллахының разылығын аламан, Аллаху Таала біздің бойынымызға салған борчын етеменіп, шулай ораза тұтып, дағы ақшам келген заманда адам оразасын ачқан заманда адам сүйіне, адам рахатлана, адам Аллаху Таалаға шүкір ете, мақтаулар ете, шо ерде нечік адам сүйіне оразасын ачаған заманна. Мына шок күйіне екінші езік Аллаху Таалаға қиямат күн болған заманда йолыққанына да сүйінер деп айта. Осы аялы бұл дүнияда сүйінегеніміз біздің о бек әззат қардашларым. Ахиратта Аллаху Таала біздің дағы да бек сүйіндірежек. Аллаху Таала барыбызға да көмек етсін. Қардашларым, шу Рамазан айына дағы хабас ібер қоймайық, бош тұрмайық, күндізлер оразалар тұтып, дағы Аллахыны ескеріп, зікір етіп, салават салып, дуалар етіп, болаған адамларға көмек етіп, Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтқан, Рамазан ай біреу-біреуіні көңін алаған, біреу-біреуіні сүйіндіреген ай деп айта. Осы аялы атабыз, анабыз, дос қардашыбыз, қоншыбыз, юғыбыз сүйіндіріп, әр күйде көмек етіп, өзімізден болаған затын етіп, дағы оразада ашып ақшам, ораза ашқаннан соң біраз ялда алып, соң тарауих намазлаға да барып, тарауих намазларының арасында көресіз нечік әру тасбихлер оқылына, нечік әру зікірлер етіліне, барда мәжитке келгенлер Аллахыны ескеріп, дағы такбирлер салып, тасбихлер оқып, мақтаулар оқып, нечік әру өткеріле бізді қардашларым тарауих намазлар. Шулай әру күйде өткерсе қардашларым, көп ұлы даражалаға біз жетіп болажақпыз. Бір яхшы амал, кардашларым, шу Рамазан айын ішінде еткен бір сүннет амал, башқа айларда фарзға болаған зуапны ала адам. Амма Рамазан айда бір фарзын әт қойса, қалған айларда 70 фарзға болаған зуапны ала. Мына шулай Аллаху Таала етеген амалланы да дағы артық әті. Осы аялы, кардашларым, бір дағы бір затын айт қояйым. Біз өзіміздің құрсағымызды аштанына, суданына дағы сақлайғанына емек,
biz özümüzünü, tilimizini yaman sözden, erşi sözden de saklamaya gerek biz kardeşlerim. Neye tuğul Peygamber aleyhissalatu vesselam Bukhari geltirin hadisinde ayta, kim yaman sözünü de koymasa, yaman amalını da koymasa, Allah-u Teala onu orazasına, o aşını da koyacağını, suunu da koyacağını Allah o kadar hacaklı tuğuldu ayta. O sayalı kursağımızını aştan sudan saklayan daimik, tilimizini de Allah süymeyen yaman sözlerden saklamağa Allah nasip etsin. Bu geleyen Ramazan ayını Allah bereketli etsin. Bağırımızga da kömek etsin. Oraza tutmağa, taravih namazlığa yürümeye, yakşı amallarını kuvvetmeye, birov birovge rahmılı olmağa, birov birovunu süyündürmeye, şulay teyişli kuyda, eri kuyda ötkermeye Allah-u Teala bağırımızga da kömek etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يناك. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Хирел дина слуатсал, уединангу хирел дина слуатсал. Ниже жакабу каралда санкула, нуже да баркизе нитле да адешулеб рамазамуз. Аллас нуже ги киннезегу тауфик еги, Аллах разиев куцал нитле цехебт убит из. Ва Аллас хемуц гиабеги, Кинна ниги бусурба баздасан балах бурхули муцлун, уединангу бусурба базда хуртуб махаббат рукле хинхи цик уле муцлунги. Аллах астенил агар харуле муцлунги хаску, хе муцаллу тхабураб ибадат Аллахс чангу нухал жиб цик кизабуле бук игун садак. Уэб муцаллу тбук иххалабун, Аллас Куран алдажаниб рехсуле бугеб лейлетул кадри аслу сурдуги. Нитледа бусурба базда лхазикула. Аллас бусурба базе курал неймат ал эмир алуки. Хел неймат алуки муцаз дажанир Аллас харурал. Хел неймат алуки анказ дажаниб Аллас харурал. Хел неймат алуки куяз дажаниб Аллас харурал. Рузман кую адинесел, уэльгуре цуги дал куял халабунги. Аварагас, саллаллаху алейхи вассаламас, хадисас да бичулель да санкула, бусурбан чиас, хабураб хлик аб амал, Аллахас жиб бахи забулиле, анцкуял даса, анкнускуял дасат адихун. Амма Аллас Абулибу Аза Ваджаллас Курабк Алласлух Кирин Абу Наниле Жинца Кезебу Гиле Хесси Хеслух Кири Хевук Инатлиулу Жинцеб Жиндия Куравинавун Жиндия Курав Абьяслу Маана Кула Хайкаталда Вакизе Гивак Унчиас Кал Кулару Адамаз да бихуларе бак алде инеги он кханазеги хеккезеги жиндия резки бук умуге халал. Аллах сутка хинкун рак-рак ал Аллах сеулу жинцев кунгуруг. Уэдинангу аварагасул хадискула саллаллаху алейхи вассаламасул шет аниле адама химадур бихуадуле шине бак алда санхуадулиле. Нужеца хевхуадули бак хварид хабейла рак елдасун айк алку елдасун инамун. Хаикаталдак алкуру чиастасала рак арал адамазул хакикат вейзул хал. Алкуру чиастасала бечеда угунани, хакима угунани, ресалда уге угунани, мискинза базул ахвал хал. Вейс инсан аула Аллах асте хунжу агарусун. Аллах стат себе жинца жиндир убудият хакик яблахли захир хабулюлхунги. Аллах снит хариги хаб рамаза муцаслуч. Аллах се хакик ябубудият лахли захир хабулил Аллах сулах задери дасан.
ويدينانغو الله سكنال غوش أغو جيتاغي رمزا موتسال هب رمزا موتس رعال دشوزيان ويلدا سخدوغي خدو سيب رمزا موتس أدشوزيانغي الله رزيب كوتسال نتروك إني الله أس نتليه كورال قويل برتسينغو نتلتسات أموليلتون الله رزيب كوتسال ده ويدينانغو خلبوغو نجتساغي كنانيغي Чинги, ну же, кедават, что за булешинал, Дагестанал, Дагуругешинал, Ател, дават, Асулхалт, Укабазе, Дуабилин, Аллах Сезие, Китауфик, Кейн, Абун, Берцина, Куцал, Жалрук, Ине, Ислам, Асулсурат, Халкал, Дабихи, Забулешун, Хезие, Хебаян, Хабулешун, Уаллах Хезда, Санги, Ургельги, Пашманхиги, Бурхагин Абунги, Уединангу Хездаги, Нужедаги, Уезу Хизан Аллуда, Нужед Хизан Аллудаги, Аллас Баракатхейн Абунги. Валхамду Лиллахи Раббил Аламин. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Хамами Маххой, Далвой Цанхайте Шидох Дойл, Дал Иман Ислам Дош Дахар Лойлойн, Аха Ошх, Дючх, Ошх Дашах, Кайтам Тофи Умазо Лойлойн, Вайн Маха Ара, Данлер Денош, Шабан Денош, Ахар Денош, Аха Тедаш Тега, Рамазан Ош Боч Бетта, Халхач Денош, Денош Тедаш, Ака Рамазан бут дала, силах бен базбена, ван саут бен бен без бут байза. Ак дала, ши силах дош тош Куран жох маалара. Ауду биллахи мин ашшайтану раджим. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Я айюха лилладзина аману, кутиба алейкуму сиям, кама кутиба аля лилладзина мин кабликум. Садак Аллаху лазим айлни. Дала, ши силах дош тош Куран жох. Хайдели иман дин, поехма бауэм бошва му'миннах. Дала фаздин тедилан камархи бут башун шул халда дан дошточ умачин санна шуна им рамазан бут дал фаздин тедилан башун эна им рамазан бут вайн кабр пенс хала билгул дякна дал ши Куран жох ака кейч аят ахма алла дала шахр рамадан лази унзила фихи Куран هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إشت رمضان بوت بايزا دال شين شوخ قرآن دوسينا بوش بولا دال دوسين دوشتو قرآن إهو قرآن دياجا هدى للناس ناغانا نيسو يوشي قرآن نيس بلا دوش ناغتو قرآن وبينات من الهدى والفرقان خدس تك بقري قصدوش دوشتو قرآنو إشت دوشتو قرآن دوسينا بوت بشون إز أوه وإقداد أقرا فمن شهد منكم شهر من لأ ولحت مرخي بيتبين لك مرخي بوت إبين لك من لأ ولحشينا فليسمه سو إقابل أوه وإقداد مرخي بوت قابل ومن كان مريضا أما شو تنكش سقولح مرخي بوت قابل سلش تنكش سقولح إقابل سمكش بوسوب دیده باش بالش لورش دکترش حال مارخش خب میکش دست این بیلگو دقت نه دوچ بیلگو دقت نه ولح این مسئله اینه. او علی سفرن ل نیق ویل نیق خو ولح مسافت القصر از 100 کیلومتر سو ایاد ویل ولح شیز ایر نیق احسق ولح ایزه تو zu Schinnen, weil wir gerade noch schon Schinnen da ist er doch zusammen verändert mit einem anderen, aber kein Schreiner, so ist manchmal schon da, schon bildet der Hand auf, so ist manchmal schon bitte, joho, du hast Kabel, so ist der Achal los, diesen Dorf durch den ich, das Schatzung schalne, da kam zählisch wissen, konnte ich Schatowelsch,
иш, то дюкш хабил иш. Абу Хурайра, ради Аллаху Та'ала, анху, масла, поймал асхаба, асхаба, и то дало, поймал эйлер эйла, силах вошуш, дал эйлер эйла, кулу амал ибн Адам, лаху илля сиям, адмо мелешушу, амалла мелдештушу, дикама, то админ шиндушун, илля сиям, мархан штотрикш. Фаиннаху ли и то хоб, адмо хоб, что что мархан ши, ли шинда удал. Ван аждиби, ша, цун бехам биг бошко шау. Фасиям джунна, и марху яхон, а чахту марху ху ал швухон, фаидакана йомун сомин, ахаликум фала яфрут, марху хоб, шо шо цаго, водешинш, оздошинш, маалил, вала яхсаб, Талик нис дочек модуюцу, фэнсабаху, ахад цануша ишенш вич, цануша сизыз вич, оукаталаху, лица ших лич, фалекуцу олил инни саим, ву олил ша, ох поэхмар. Дал, ишт алил аш, ох ой дал. Така, водешиш ма олил, юч, молчих сисин айнца аши, водек модуил аш, бэкхал вонг самадуил аш, ох ой поэхмар ши. Хадис Ахдалин дейс. Так, Сахар ибн Саад Ошуч, поэма Сахаби Чудалу, ой поэма Аллахи Салату Вассалам, Элер Элна, инна фили джанна, елс мне шоха, бабун цана йохон, юкала лаху райян, райян элц, эйх на йоши. Едхулю минус са имун, цуна рейхал чу, эйха та цуна рейхал чу, мархан шкобш халм бош, понахук бош. Йома Кияма. Ла ядхулу мину ахад ойрум. Иш босыш, хацалик сачугук бош, суна алейхал. Юкалу, мохтюгун, эгда махширмайднах, адам махширмайднах, эмтнах, гулдину, долчханаха, ана саима манаш кэмэн бош бонах, мичах баяла, фа юкумун халгутук бот, а манаш кэмэн бош бонах. Ла ядхулу мину ахад ойрум. Иш чубанчал даха, да кэцэн кэцэн анах чубютук бошшы, иш дэлэ, манаш лэрэн кобшхан бош бош нахана, билгулэхана, на йохан ох. فإذا دخلوا أغرق فلم يدخل منه أحد نعش دعجيغانا قناح شوء سبوش إشتشين بلغليقانا دال يزين سيلاحينا يلس من يوحانيز أوه أقا وين إباش بيك إشت سيلاح بز دال بز بنا وين سوخت بنا بلن مرحي بوت بيزا أقا ثم قيل شو العمل دال شهير جي ثم أدمن شين خلشي أما إمانش قيبنش قناح إمانش شين ده ثم بيقب شابيك بوش بو حيس ده دوش اشتل يلا اشتل يلا اعلنا دوش مثلا ابو هريره سخيش حديث هذا لو قيز مثلا بايمر ايلا اعلنا من صام رمضان ايمانا واحتسابا من والله الى ما زعبوت قيب ورقه تن ديل دو حق قوبش اشا قيبش يلخي جي اعلن دوك تيش دا بوش مرخي بوت احقاب احا غفر له ما تقدم من ذنبه سو حلق ليتن دوش دوش قنوشنا دا جشتين تنميك موئز اعلن تعدال اشتدالن صوت دوين دوقه دال تو من رمضان بيت دي او دوي دوي مرح مرحش قاب دال نزق صوب دوي دوي اقا دال تو مرح بيت دي او دوي دوي شو عليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые мусульмане, уважаемые братья и сестры, поздравляем всех вас от всей души наступающим благословенным месяцем Рамадан. Пусть Всевышний Аллах поможет всем нам проявлять больше усердия в этом месяце, искренне служить Ему, очищат наши сердца, наши души от всяких пороков, побольше совершат богослужения, ибадат, выстаивают ночи в бдении, в ночном ибадате,
Пусть Всевышний Аллах поможет всем нам, простит друг друга, заботиться друг о друге, не замечать недостатки друг друга, не обращать на это внимания. Пусть Всевышний Аллах сделает нас настоящими братьями и сестрами, которые, как говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подобны одному целому зданию, где одна часть поддерживает и укрепляет другую часть. Или же как один организм, когда болит одна часть, то весь организм проявляет сострадание, проводя ночи без сна и в лихорадке. Что хочется говорить по поводу месяца Рамадан? Говоря о достоинствах месяца Рамадан, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: когда наступает месяц Рамадан, врата рая открываются, врата ада закрываются, и шайтанов заковывают в цепи. Хафиз ибн Раджаб аль-Хамбали, выдающийся ученый хамбалийского мазхаба, он говорил, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, радовал своих сподвижников наступлением месяца Рамадан. И ученые говорили, что этот хадис является основой в дозволенности поздравления людьми друг друга с наступлением месяца Рамадан. В другом хадисе сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: когда наступает первая ночь месяца Рамадан, шайтаны, мариды из числа джинов, заковываются в оковы и закрываются все без исключения врата ада и открываются все без исключения врата рая. И призовет это время глашатай, и он скажет: «О тот, кто стремится к благу, начинай творить благое! О тот, кто стремится ко злу, прекрати!» И есть у Аллаха в этот месяц люди, которые будут освобождены от наказания в аду. И это освобождение будет происходить каждую ночь Рамадана. Какое великое благо, уважаемые братья и сестры, ждет тех людей, которые будут проявлять усердие, исправляться. Пусть Аллах даст всем нам тауфик, везение, удачу в этом пути. Как нам надо встретить месяц Рамадан? В первую очередь, уважаемые братья и сестры, встретить надо месяц Рамадан с искренного таубу, с искренним покаянием. Всевышний Аллах в Коране сказал: «Бисмиллахи ррахмани ррахим, ватубу иля Аллахи джамиан, айюхал му'минуна, ля'аллакум туфлихун». Садак Аллаху аль-Азим. Кайтесь перед Аллахом, кайтесь все, о правоверные, и тогда вы обретете успех, сказал Всевышний Аллах. То есть наш успех, наше счастье напрямую связаны с раскаиванием, с чистым, искренним покаянием, таубу. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, по поводу таубу говорил: «Я айюан нас, о люди, тубу иля Аллахи, покайтесь перед Аллахом. Фа инни атубу фил яуми илейхи миата марра». Поистине я каюсь перед Ним, перед Всевышним Аллахом, в день, в сутки 100 раз, сообщает данный хадис имам Муслим. Во-вторых, надо готовиться к месяцу Рамадан молитвами, мольбами, дуа. Передают, сообщают от праведных предшественников, что они в течение 6 месяцев просили у Всевышнего Аллаха дать им шанс дожить до Рамадана. И после завершения месяца Рамадан они в течение 5 месяцев просили у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах принял у них месяц Рамадан, посты и все деяния, которые они совершили в течение этого месяца. Также необходимым условием встречи с Рамаданом является выражение радости при приближении к этому месяцу.
Так как приближение месяца Рамадан является одним из благ, великих благ Всевышнего Аллаха, которых Он проявил к Своему рабу. Рамадан – это месяц, шанс, в котором человеку предоставляется возможность творить побольше добра. Месяц, в котором открываются райские врата, закрываются адские врата. Всевышний Аллах по поводу выражения радости при наступлении месяца Рамадан, в частности, говорит в Коране, бисмиллахир рахманир рахим, «Кул бифадли Аллахи ва бирахматихи, фабидзалика фальяфраху, хуа хайрум мимма яджмаун». О Мухаммад, ты скажи, пусть они милости Аллаха, в частности, милость, которую Всевышний Аллах проявляет через месяц Рамадан, пусть они радуются этой милости. Это лучше для них, нежели то, что они собирают из мирского. Необходимым условием встречи с Рамаданом является освобождение человека от долгов. Человек должен освободиться от долгов перед Всевышним, также перед людьми. Аиша радиаллаху анха говорит, что она возмещала посты, которых она пропускала в месяц Рамадан по каким-то причинам, возмещала в месяц Шаабан. Ученые сделали из этого вывод о необходимости избавления от долгов месяца Рамадан до наступления следующего месяца Рамадан. Также необходимым условием встречи с Рамаданом является старание обрести знания о решениях, правилах, связанных с месяцем Рамадан. Торопиться завершить те действия, заботы, работы, которые будут отвлекать мусульманина от богослужения в месяц Рамадан. Побольше проводить время с семьей. Уделять внимание своей семье, жене, детям. Проявлять щедрость, особую щедрость в этот месяц. Рассказывать, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был очень щедрым. Но щедрее всего он был в месяц Рамадан, словно вольно дующему ветру. Его ничто не могло, говорит, удержать. Он был очень щедрым. Это по той причине, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, каждую ночь встречался с ангелом Джибриль, алейхиссалям. Желаю еще раз всем нам всех благ. Желаю всем братьям, сестрам здоровья. Желаю, чтобы мы провели месяц Рамадан достойно в богослужении, в ночных молитвах, таравихах, тахаджудах, читая Коран, занимаясь побольше поминанием Всевышнего Аллаха. Прощать друг друга, заботиться друг о друге. Желаю, чтобы у нас всегда был мир, согласие. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك.